До Нового года почти две недели, но массовые гуляния в Нижнем Новгороде начнутся уже в предстоящие выходные. 24 декабря на площади Горького открывается праздничная площадка. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщает директор городского департамента культуры Наталья Суханова. Будет работать несколько локаций в ежедневном формате. Резиденция Деда Мороза, зона питания, зона сувенирной продукции, мастер-классы, литературный шатер, детская зона, где будет установлен детский городок. Сегодня начинается монтаж. Ну и, соответственно, мероприятие, интерактив для взрослых, детей. Порядка 10 фотозон будет на территории работать. И уже вчера я хочу сказать, что было очень приятно, когда я видела огромное количество нижегородцев, фотографирующиеся, уже лепили сами горки. Это здорово. Напоминает Наталья Суханова, почему именно в этом году главная городская елка перенесена с площади Минина именно на площадь Горького. В 2018 году будет юбилей нашего великого писателя. Кроме того, по мнению Сухановой, площадь Горького более закрыта от ветра и достаточно компактная. Жители и гости города во время гуляний будут чувствовать себя там комфортно. А по словам главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, саму новогоднюю ночь нижегородцы также могут провести на площади Горького. В администрации обещают обеспечить там общественный порядок и продлить работу общественного транспорта, в том числе и метрополитена, до 2 часов ночи. Сейчас все совещания необходимые проведены, и мы разработали регламент работы нашими правоохранительными органами в первую очередь, чтобы нужно ведь обеспечить еще и охрану общественного порядка. То есть услышали на совещаниях вопросы, которые задают нам наши правоохранительные органы, учли их все. И, скажем так, будем работать совместно. Всего же в Нижнем Новгороде пройдет свыше 8 тысяч праздничных гуляний с охватом более 400 тысяч человек. Новогодние действия начнутся в эту субботу и продлятся вплоть до Рождества. Олег Лавров, Наталья Лисова и Олег Климин. Объективно, ННТВ.